Эта история началась давным-давно, когда Великая Степь, где жили номады-кочевники, состояла из четырех таинственных элементов. Солнце, луна, огонь, вода. Основой этой земли являлось целостное освоение мира в двух направлениях – время и пространство, где историческое предание совмещалось с исторической памятью. И музыка служила одним из важнейших элементов жизни кочевников. Однажды, ранней весной, один из кочевников решил подняться до самых высоких небес на своем коне. Недолго думая, он оседлал скакуна и смело рванул ввысь, гордо паря над землей. И в скором времени он достиг Тенери. Именно там он увидел единство времени и пространства. Там, где радость и горе, счастье и страх, все сливается в единое целое. Именно там, в яркости ликующего неба, он увидел великую степь. Thank you.
казах, кочевник Номад, свободный человек, искатель приключений. Как стать кочевником? Если вы мужчина, батыр, прежде всего, нужно вести скотоводство как главный вид жизнедеятельности. Иметь подвижный образ жизни, несмотря на засуху, джуд, эпидемии, героически доказывать великой степи свою честь и доблесть. Ну а если вы женщина, то нужно делать все то же самое, что и мужчина, только в два раза больше и на каблуках.